Ну, рады все победе. 5-0 выиграли. С хорошим настроением можно уходить на выходные. Старались, вот, чтобы радовать болельщиков и свое удовлетворение получить. Ну, только положительные эмоции. С первых минут матча ожидал ли, что может быть такое развитие? Нет. Ну, поначалу у нас там момент был, ошиблись. Нас простили, можно сказать. Как-то так нервозность была. Ну, забили быстро. Потом еще моменты были. Ну, после удаления, конечно, не думал, что так будет все во втором тайме. Ну, старались, тренер сказал, что ничего страшного. Все, играли, гнули свою линию. Удаление в конце первого тайма, как поменялась структура игры, что тренер сказал в перерыве, как изменилось? Да особо, ну что, минус один человек только, а в основном так ничего не поменялось. Сказал, что вот можно десятером играть, это ничего страшного. Также свою структуру, игру играем и все. Во втором тайме насколько прочувствовали, что вы играете в меньшинстве? Потому что сказалось с трибуны, что игра совершенно равная. Не, ну я не знаю как. Но я прочувствовал, потому что иногда привычно, когда бежишь в прессинг, смотришь налево, там твой партнер бежит. А сейчас так не было. Я только так прочувствовал, а так больше никак. Бывали игры, когда вот создаем моменты, но не реализовываем массу моментов. Сегодня как-то наоборот было, что не удар, то гол. Ну, значит, за прошлые моменты начало фартить, вести, залетать все. Либо прибавили в исполнении. Хладнокровие, может, как-то больше появилось. Настроение перед сборной как? Ну, положительное, конечно. Ну, да, только положительное. Первый раз все равно еду так, немножко тревожно. Опасаешься, как бы, и мало кого знаешь, и новый коллектив, и так далее.